Итак, всем доброго времени, мои дорогие друзья. Я вас рад приветствовать на моем канале YouTube. И у нас очередная партия посылочек с сайта AliExpress. Сейчас мы их быстренько распакуем, вам покажем, вам расскажем, что для чего и как. Тут у нас три штучки, три посылочки. Сейчас мы их быстренько откроем. А вы в это время жмем подписочку, жмем колокольчик и ставим лайки и пишем в описании. Обязательно. Так, и вот нам первая такая вот посылочка. Интересненько, что здесь. Сейчас мы тут аккуратненько откроем. Так, ага. А у нас тут товар для табака. Вот, а кто имеет собачку. Уже догадался, для чего это вот. Это у нас такая вот поилочка для собачки. То есть сюда вот наливается водичка. И тут такая вот дырочка. Сейчас мы открутим. Вот там, видите, такая вот дырочка, в которой бежит водичка. И здесь сюда так вот набегает данную поилочку водичка. И собачка тут хлеп-хлеп-хлеп-хлеп. И вот тут имеется вот такой вот. Уже один раз, кстати, я такую штучку заказал второй раз, мне попросили заказать, понравилось одному человечку, такая вот шняшка. Тут у нас такой карабинчик и вот такая вот бутылочка на 250 миллилитров, собачка маленькая, йорк. Так, следующая наша такая вот небольшая посылочка, сейчас мы ее откроем, все делаем быстренько, чтобы не затягивать. Здесь у нас наушники. Такие вот наушники розовые. Так, заказывал их для домашнего пользования. Сейчас мы возьмем телефончик. Сейчас прервемте на небольшую паузу. Итак, мои дорогие друзья, я вернулся. Взял свой телефончик. Подключаем наушнички. Сейчас вместе с вами послушаем, работает ли данный девайс или нет. Не до конца вставил наушники. Играет очень тихо. А не. Один и второй наушник работает. Можете услышать. Вот здесь у меня микрофончик. Так что, в принципе, данный девайс можно рекомендовать. Так, ну что ж, это данный девайс. Так что смотрим следующую нашу посылочку. Здесь что-то так плотно запаковано, будем открывать аккуратненько. Такая вот довольно такая хорошая пуперка. Сейчас мы аккуратненько здесь вскроем, чтобы ничего не повредить. Так все красиво запаковано. Здесь у нас просто шикарный чехол к телефону Xiaomi Redmi Note 4. Чехол очень дорогущий. Видно, что упаковка шикарная, такая вот пупырчатая. Ничего в упаковке, правда, не было. Такая вот пупырчатая упаковочка. Плотный такой материал. Шикарный. Так, посмотрим сам чехол. Так, видно, что фирма Idols, Made in China. Вот такой довольно-таки вот хорошая упаковочка. Сейчас посмотрим на сам чехол. О, какой классный на дотик. Правда, такой запихнули, такой пакетик. Еле влезло. Так, у нас тут такая вот бумажечка для чего-то, чтобы не царапило. Так, вот такой у нас здесь вот чехольчик. Такая вот резиновый бампер приклеен к чехлу. Чехол написано, что кожаный, но я же говорю, стоимость очень дорогая. И здесь у нас все красивенько не торчит, все красивенько заплавлено. Так, нигде не видно, что торчали ни ниточки, все прошито. Просто шикарно. Вот такой вот у нас красненький
чехольчик. Так, кармашки. Здесь кармашки. Ну, я же говорю, в принципе, ничего такого, как говорить, плохого сказать нельзя. Просто шикарный вот такой вот у нас чехольчик. Вот. Redmi Note 4 Xiaomi. Тоже меня попросили заказать. О, хотели дорогой. Смотрите, ради интереса, на Алиэкспрессе дорогие чехлы. Так что, вот такое вот у нас сегодня видео с посылочками сайта AliExpress. На все товары будут ссылочка под видео. Можете заходить, товар видите, как проверен, все отлично. Если надо, спрашиваем, можем и для вас заказать, если интересует. Всем до новых встреч. Не забываем, как всегда, подписаться, нажать колокольчик и поставить лайк под видео. Написать, что вам нравится, что вам не нравится. Будем исправляться. Как так, как мы работаем для вас, мои дорогие зрители. Всем пока, до новых встреч. Bye-bye.